Очень давно. Руки свои отпустите, свободности. Пути не часто, но все-таки случалось. Смотрели мы просто в одно окно. И иногда даже получалось. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр. Не забывай, что ты — это я. Мы все на свет, это не изменить. Уходит детство никуда. Что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр. Не забывай, что ты — это я. Не разойтись нам никогда. Что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр. Не забывай, что ты — это я. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр. Не забывай, что ты — это я. Молодцы! Аплодисменты! Конечно, все старались, все справились. Огромное, ребят, вам спасибо, что все вам было интересно, все занимались, да, говорится. Так что... Спасибо, ребята. Сергей Владимирович, как стреляют? Умеете стрелять или еще учиться? За нас говорят результаты. Так. То есть первые, когда мы проводили, первый день, да, или во второй мы проводили? Во второй день. Были результаты 30-36 баллов. Так. Сейчас уже меньше 50 ни у кого. То есть уже результаты выросли. Аплодисменты. Педагогам. Наталья Вячеславовна, пожалуйста, медицина. Но медицина знает все, как спасать утопающих и при солнечных ударах, как себя вести и что делать. Ага. Бинтовать тоже могут, накладывать шины тоже. Так что молодцы. Молодцы, понятно. Как у вас зона заражения, ваша станция, как? Ваш этап. Ничего, заразиться не должны. Все делали быстро. Вот. Есть, конечно, к чему стремиться. Самое главное, чтобы вы стремились. Да. Вот. А все остальное приложится. Все. Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что у меня бальзам на сердце. 5 песен вы спели однозначно на моем этапе игры. И я хочу сказать, что песни вы знаете. Первый день разговора мы не пели. Последний день мы поем все. Ну и другие песни. Давайте поаплодируем друг другу. Молодцы. Ну, а результаты игры вот такие. Первое место заняла команда отделения моряков. Так, вся команда подходит и ко мне, кто все участвует. И вам всем по рулету домой везете. По рулету.
Держите. Пору лету. Молодцы. А не многовато ли нам? Нормально. Ну, раз вы первое место заняли, чего ж? Держите. Так, аплодисменты. Спасибо большое. Виктор Геннадьевич, Сергей Владимирович, слово предоставляется специалисту комиссии по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Киреевский район Синицкой Ольге Валерьевне, которая тоже с нами делила дружбу, так сказать, все эти 5 дней. Ребят, вы все замечательные ребята. Очень активные. У вас у всех искорка в глазах. Вы откликались на все просьбы. Ни в чем никогда из вас никто не отказал, ни в одной просьбе. Чтобы вы всегда оставались такими же замечательными, позитивными, активными. И всегда у вас была искорка в ваших глазах. И никогда она у вас не гасла и не потухала. Приезжайте в следующем году. Спасибо. Вот он на память. Ну. Анастасия Перелыгина, долго. Молодец. Молодец, спасибо. Но, ребята, конечно же, за активную работу, как мы говорили, каждый день у нас загоралась звездочка юноармейца. Значит, и в конце лагерной смены мы награждаем грамотами лучших наших юноармейцев. Ну, а мы, естественно, будем их хвалить в нашей хвалебной песне, да? Итак, муниципальное казенное учреждение, дополнительное образование, Киреевский детский подростковый центр, муниципальное образование, Киреевский район награждает Гришина Дмитрия за активное участие в творческой спортивной жизни, военно-патриотической программы «Виктория». Приди, слави, спасибо, Дима. Награждает также у нас самый маленький участник нашего турпохода лагеря и в то же время лагеря Виктория, Синицкий Никита. Ура! Никита, посмотрите, какой он боец. Покажи, он же будущий боец. Да, будущий боец. Он все... Время погоду, все, значит, купался в речке, как плавал. Поаплодируйте ему, громче. Награждается, значит, командир отделения пограничников Шаубер Даниил. Так, стой здесь. Далее пограничники. Награждается Перелыгина Анастасия за активную участие. И слоники живут, они на небо стоят и поднимают хвостики. Романова Дарья награждается за активную участие в туристическом походе с программой «Виктория». И слоники живут, они на небо стоят и поднимают хвостики. Милова Мирослава за активное участие в творческой спортивной жизни. Лучше, одна из лучших мисс лагеря Виктория. Спасибо пограничникам. Я думаю, что все остальные у нас, значит, и Евгения, и Алина, и Иван тоже были достойными. И награждается также отделение летчиков. Награждает детский подростковый центр Усманова Юнуса за активную часть. Реки, слоники живут, они на небо достают и поднимают хвостики. Паршина Екатерина за активную часть. Реки, слоники живут, они на небо достают и поднимают хвостики. Антонова Елена за активное участие. Отделение Шабанов Сергей. Спасибо, отделение летчиков. Далее отделение награждается моряков. Итак, за активное участие в творческой спортивной жизни. Военно-патриотического туристического похода с программой «Виктория» награждается Афанасьев Павел. Вопреки
слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Киреев Олег. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Полутина Виктория. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Маликова Анна. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Отделение моряков. Награждается отделение танкистов. Эрих Анастасия. За молодец. Одна из наших активистов, не знаю, наверное, с первого класса подросткового клуба «Исток», поселок Шварцевский. Давайте поаплодируем ей. Минибаев Ильдар за активное участие. Награждается Шаповалов Георгий. Я узнала, что он, оказывается, орленок. И отдыхал в лагере орленок. И награждается Бойченко Денис за активное участие в лагере Виктория. Молодцы. Грамоту поднимите вот так. Держите. Отделение танкистов. Все, спасибо. Ребята, ну и, естественно, с вами рядом все эти дни были ваши педагоги, да? Педагоги, которые работали с вами, которые учили вас, проводили школу юноармейцев. И мы сегодня награждаем педагогов за достойный вклад в организацию и проведение военно-патриотического туристического похода с программой «Виктория». Значит, награждается Янова Наталья Викторовна. Песня хвалебная вам. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Кондратьев Людмила Александровна. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Все очень вкусно. Одинарцева Наталья Вячеславовна. Награждается Бойченко Татьяна Андреевна. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Спасибо. Спасибо. Награждается Зубков Сергей Владимирович. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Награждается Синицкая Ольга Валерьевна. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Награждается Антонов Иван Сергеевич. Иван Сергеевич, идите сюда. В лагере Виктория. Спасибо. Слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. И мы благодарим Лысакова Александра Григорьевича. Слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Александр Григорьевич, у вас поставили. Поближе. Давайте еще раз. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают хвостики. Держите, держите. Спасибо за то, что приехали. Вопреки слоники живут, они до неба до Союза поднимают Право, право опустить государственный флаг Российской Федерации предоставляется нашим педагогам. Ура! Пуску флага стоять смирно. Флаг опустить. Смена в лагере «Виктория» объявляется закрытой. Ура! Общее фотографирование с грамотами. Общее фотографирование.